Это небольшие шоколадные палочки, которые состоят также из вафель и начинки ореховой, с очень приятным ароматом, нежным вкусом и очень хрупкой структурой, что неудобно, если их брать как перекус. Внешне они покрыты темным, слегка горьким шоколадом, потом идет собственно вафля, а внутри начинка из ореха, неприторная, с ароматом соответствующим. И вполне сытный на две штуки, которые входят в пачку одну. Упаковка фольга, потом идет прозрачный пакетик, индивидуальный для каждой штучки. Могу вам рекомендовать их иногда брать. Правда, они, конечно, не бюджетные. Страна происхождения Польша, а сам бренд итальянский. Собственно, Рафаэлло, всякие Ферреро, Киндер Сюрприз – это та же марка. Популярны ли для ребенка и полезны? Ну, скажем так, любой десерт и сладость не является самым уж таким полезным продуктом. А так могу рекомендовать, берите себе, иногда можно позволить такой вариант вкусности, но если не слишком увлекаться. Приторности тут нет, как я уже упоминала. Являются интересными, необычными и оригинальными. Всем спасибо за внимание. Ждите новые обзоры, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки, как пожелаете. И, конечно, ждите новые обзоры и видео. Это небольшие шоколадные палочки, которые состоят также из вафель и начинки ореховой, с очень приятным ароматом, нежным вкусом и очень хрупкой структурой, что неудобно, если их брать как перекус. Внешне они покрыты темным, слегка горьким шоколадом, потом идет собственно